Всем здравствуйте! Сегодня мы готовим из шампиньонов. Что мы можем приготовить самое простое? Конечно, суп и жареные шампиньоны. Шампиньоны нужно помыть и порезать на кусочки. Произвольно режем на небольшие кусочки. Шампиньоны порезали, теперь режем лук. Лук я уже очистила, и теперь его нужно нарезать. Делаю я это не профессионально, а так, как умею. Этот лук у нас пойдет в грибы для зажарки. А для супа мы будем резать полукольцами. Примерно так. Дальше у нас закипела вода для супа. Посолим. И добавляем шампиньоны. Столько, сколько хотите. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Вот как вы хотите, столько и добавляйте. Я думаю, вот мне достаточно. А на сковородку, наоборот, сначала добавляем лук, чтобы он чуточку зажарился. Лук немного подрумянился, можно добавлять шампиньоны. Не забудьте посолить. И еще помните, что шампиньоны очень здорово увариваются и ужариваются. Поэтому их нужно положить чуть побольше, чтобы потом не было слишком мало. Чуточку помешаем. И прям еще 2-3 минутки и все. И они у нас готовы. И дальше мы займемся супом. Значит, сейчас мы добавим туда помидоры, меленько нарезанные, и мелко натертую морковку. Я не люблю нарезанную, люблю мелко потертую. Добавляем в кастрюлю. И надо попробовать на соль бульон. Теперь в суп надо добавить картошку. Я ее режу кубиками и добавляем. И прямо сразу я добавляю все специи. Вот зелени, лаврушечку, перец горошком. Вот. Все, варим до готовности. В этот суп еще можно добавить для сытости макаронные изделия, может быть, рис. А еще очень вкусно, если туда добавить потертый плавленый сырок. Правда, у меня не все любят такой суп, но вот я люблю. Но сейчас делать не буду такой. Итак, наш суп практически готов. Шампиньоны у нас уже тоже готовы. Поэтому
Желаю всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. Если нравится, подписывайтесь на наш канал. Будем готовить вместе. Пока!